Пройти в класс. Придумал. Окно. Но преподаватель решил иначе. Добрый день. Энди, что за безобразие? Я иду к директору. Когда это прекратится, Энди, ты неисправим. Мы не станем дальше это терпеть. Ты отстранен от занятий. Мы давно должны были это сделать. Доброе утро, мистер Косинус. Здравствуйте. Рад видеть. Мистер Косинус не пропустит Энди. Идея. Ты спрячешь Энди под своей курткой. Это должно сработать. Проходи. Нэнси, ты заметно подросла. Вам только кажется. Просто на уроках я все время сижу. Посмотрим. А это кто? Упс. Энди, ты не проходишь. Привет, ты привела своего песика. Славный. А я принес своего питомца. Мадагаскарский таракан. Ой, мне больше нравятся собачки. Люблю дни, когда студенты приносят питомцев. Добрый день, мистер Косинус. Нэнси, что за питомец с тобой? Это всего лишь пчелка, но очень крупная. Я тут полетаю немного. У меня на пчел аллергия. Кыш, убирайся. Скорее в окно. Фух. На одну пчелу меньше. Эй, ты лузер, не стой у меня на дороге. Ах так. Эй, Нэнси, как жизнь? Привет, Фил, давно тебя не было. Начинаем занятие. Готовы? Сегодня я заменяю вашего преподавателя. Запомните мое имя. Меня зовут мистер Эбигейл. Студент на первой парте, прошу вас к доске. Итак, напишите все, что вы знаете про число пи. Мне нужна формула. Сейчас же. Почему так медленно, быстрее? Добрый день, вы учитель на замену? Вот эти тесты нужно проверить сегодня. Мне уже пора. А я поверил. Это мой научный проект, уникальная орхидея. Неплохо. Усовершенствованный пульт управления. Любопытно. Ого, посмотрите на Нэнси. Та-да! Представляю свой проект. Вау, потрясающий вулкан. Дай-ка. Включаем. Ой, мистер Косинус, подождите. Дымится, как настоящий. Отличная работа. Помогите, я горю! Энди, как это понимать? Как ты вообще там поместился? Безобразие. Нэнси, за такой проект ставлю самую низкую оценку. Урок окончен, всем хорошего дня. Наконец-то звонок. Время перекусить. Где мой ланч? Забыл. Закажу доставку. Алло, двойной чизбургер. И побыстрее. Кто заказывал доставку? Это мне. Мой заказ у вас. Я так много не заказывал. Сейчас разберемся. Держи. Что? Кто это? Это я, дружище. Незаметно пробрался в колледж. Ну ты выдумщик. Сейчас выберусь из этого рюкзака. Здесь очень неудобно. Я это сделал. Ты крутой. Неудобно, говоришь? Я чуть спину не сломал. Упс. Пора бежать. Простите, опоздал. Пришлось захватить корзину с грязным бельем. Не успел в прачечную. Только уберите подальше. Фу, гадость. Тема – периодическая таблица элементов. Химию я люблю. Все поняли домашнее задание? Урок окончен.
Мне как раз нужно постирать носки. Фу. Попробуем зайти. О, нет, мистер Косинус уже в классе. Что же придумать? Есть идея, пойдем. Девочки, выручайте. Можно одолжить твою форму ненадолго? Конечно, без проблем. Добрый день. Девочки, покажите мне ваш новый танец. Делай раз, делай два, делай три. Упс. Энди, это снова ты. Вон из класса, немедленно. Доброе утро. Заходи, Нэнси. Приветствую. Проходи, Леви. Йоу, привет. Доброе утро, я вас не узнаю. Как вас зовут? Я новенький, может, еще не внесли в список? Похоже, что так. Добрый день, мы разыскиваем беглого преступника, особо опасного, вы не видели? Это он! Нужно бежать! Стоять! Именем закона вы арестованы. Это всего лишь маска, вы ошиблись. Дурацкие шутки. Никого нет, отлично. Сдвину столы, чтобы было побольше места. Рука есть. Вот вторая рука. Что дальше? Ноги, конечно, тяжелые. И теперь туловище. Энди, пронести тебя частями – это отличный план. Теперь я верну тебя к жизни. Я новый Франкенштейн. О, да, давай, сила электричества. Оживи, Энди. У меня получилось. Леви, Леви, ау! Что? Дружище, зачем тебе пила? Да так, просто я слишком замечтался. Теорию мы закончили, приступим к практике. Нэнси, кто это за тобой сидит? Новенькая студентка? Упс. Нет, я здесь занимаюсь уборкой, присела передохнуть. Все ясно, не буду вам мешать. Благодарю. Эй, Леви. Что такое? Ничего не понимаю. Леви, ау. Что происходит? Это же я, Энди. Узнаешь теперь? Дружище, вот это ты придумал. Бой бумажными шариками. Юху. Звонок, бежим. До встречи. А вас я попрошу здесь все убрать. Ученики намусорили. Ну да, конечно. Ого. Что это? Не обращай внимания, Нэнси, всего лишь пара новых шкафчиков. Эй, ты, снова здесь? Я говорил, чтобы не попадался мне на глаза. Отправляйся в свой шкафчик. А ты кто? Привет. Ну ладно, посидите там вдвоем. Вот так. Проблемы? Никаких. И какой здесь квадратный корень? Вспомнила. Поставлю эту банку вот здесь. Нужно попить. О, газировка закончилась. Мусор. Сейчас потру банку, и появится Энди. Как джин. Эй. И где он? Энди, дружище. Ну, как знаешь. Урок окончен, все свободны. А, это чья фанта? О, полная. Будет моя. Посмотрим, что там интересного. Баночка. Эй, что происходит? А вот и я. Получилось, Леви. Ты не Леви. Привет. Ты уверен? Это последний шанс. Добрый день. Простите, что отвлекаем. Вы кто? Сделайте так, чтобы он переселился в мою голову. Вы сами попросили. Будьте готовы. Переселись. Ой, Энди. Что со мной? Я, пожалуй, пойду. Леви, что с твоей головой? Это новая мода? Леви, будь любезен, сними головной убор. Ты находишься в классе. Это плохая идея. Если вы настаиваете, так и быть.
Что? Энди? Но как? Умоляю вас, мистер Косинус, ну разрешите мне вернуться в колледж. Я буду очень послушным. Так и быть, Энди. Дам тебе последний шанс. Я вернулся, друзья! И это только начало! Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, какой способ пройти в колледж понравился тебе больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Трум-Трум.